идем по улице, где дочка и жили, когда еще Аланчика не было. Сейчас посмотрим отель, где они жили. Может быть, увидим, вспомнили они, что здесь жили. А вот в этом отеле жили, вспомнили. Это начало старого города, якобы. Апельсины на улице растут, но они невкусные. Мы вчера пробовали. Это дикие какие-то апельсины. Архитектура домов такая интересная здесь, конечно. Все рассчитано, что теплая погода. Даже в нашей квартире, где мы сейчас живем, окна там в один слой, не пакетный, а просто обычное стекло. Все-таки рассчитано, что здесь тепло. Вот и балконы большие, потому что сидеть летом, чай пить вообще отлично. Вон, видите, на столе столик стоит на балконе. Красота. Всем добрый день. Вышли мы осваивать новый район, в который переехали. Это ближе к старому городу. И сегодня приглашаю посмотреть вместе с нами этот район. Всем приятного просмотра. Какие львы в начале парка. Интересные вдоль парка всего, вдоль дорожки скульптуры. Я думала, может, это нецкие, не знаю, японские, может быть, просто это обычные статуэточки. Здесь поймали рыбы рыбака. Огромная рыба и лодочка, а на нем сидит рыбак. Интересно, такая скульптурочка. Носорог показывает попочку. Кому только показывает, непонятно. Тут вот мудрец стоит. Видно, старый очень в челме. Тут такая интересная тоже. На акуле сидит бык и держит землю, я так поняла, глобус. Вот интересное решение. Вот после урагана сколько апельсин валяется на земле. Но мы открыли, они сухие. Наверное, это все-таки дикие апельсины. Парк, аллея, вернее, ведет, я смотрю, вот походу на набережную ведет. Сейчас выйдем. Здесь еще вот дорожки прогулочные. И сейчас выйдем к набережной. О, тут такая красота открывается. Ой, вообще. Рука. Что это обозначает, конечно, непонятно. Очень много народу сегодня здесь отдыхает. У вас суббота сегодня. Все пришли, смотрят, любуются. Иностранцев много. Не только турков. И вот море. Такое классное. Лазурное. И горы в снегу. Вообще шикарный, конечно, вид. Два раза не было.
пройдем сейчас вдоль набережной. Посмотрим, что интересненького там есть. С этой стороны обложено кирпичом. И мы дальше спускаемся к пляжу. Сейчас по лесенке спустимся. Посмотрим, какой пляж может быть на камнях. Интересно мне просто. Здесь кроме камней пока ничего не вижу. Спуск такой крутой. Ну, вид, конечно, открывается очень красивый. Скалы. А вот где загорать, не совсем понятно. Сейчас посмотрим. Вот такие лесенки. Как бы не навернуться, а то здесь не соберешь потом ничего, будешь соскребать. Вот здесь, оказывается, кафешка приватная. Вот это называется пляж. Вот такой прикольный вид, конечно, здесь вообще. Амча. Красота. Волны. Скалы, очень красивый вид. Плещется, как вода. И цвет такой красивый. Вот по этой лесенке мы спустились. Крутая. Вон женщина спускается. Вообще. Летом, наверное, здесь очень прохладно, хорошо. Ой, кактусы растут над кафешкой. Вон сидят, смотрят все. Это ресторанчик. Ну, а здесь внизу ресторанчик. И, походу, здесь вот ремонтируют место для площадки, где загорают. Да. А я пойду вверх и скажу. Очень много лавочек здесь сделано, чтобы люди смотрели на море. Предусмотрено очень. И памятник отдыхающему. Thank you.
тебе задавала. Это нам нужно понять, почему у нас такой большой минус на количество вкладов, если мы не понимаем. Ой, молодец. Водите. Знакомая скульптура, знакомая сказка. Прикольные такие светильнички.